Муж злоумышленницы, подойдя сзади, нанес несколько ударов металлическим прутом по голове. Затем, опасаясь, что они будут разоблачены, они решили лишить ее жизни. Муж злоумышленницы, реализуя свой преступный умысел, передавил шею жертвы веревкой. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Затем, завладев имеющимися в квартире золотыми украшениями и деньгами, скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-следственных мероприятий в течение суток были установлены личности подозреваемых, которые задержали в Беляевском районе.